деревья спилили, больше ничего не сделали, кабель бросили вообще, дом. Сейчас вот сырость начинается, вот будет зима, что дальше будет, я не знаю. Поэтому вот я бью тревогу, но пока вот не с места никак. Чей кабель? Кто знает, чей это высоковольтный кабель валяется прямо на земле у дороги? Того и глядишь, повредят его автомобили. И что потом делать? Такие вопросы, словно пчелы вокруг цветка, кружатся в голове председателя ТСЖ «Наш дом-3» Любови Куприяновой. И не зря ведь кружатся. Этот самый кабель питает ее дом электричеством. А это действующий провод наш, он питает наш дом, как бы по нему идет электричество. И поступает, это единственный кабель, который питает наш дом. Вообще-то их должно быть два. Но в то время, в перестройку, как бы вот сделали один, бросили. Есть и все, и сдали таким образом. Ну, сдали, я не знаю, как его кто принимал, потому что нигде он не числится, ни к каким организациям он не относится, как выяснилось. Он все время у нас на деревьях висел, которые сейчас срубили, вы видите, да? Вот. Деревья падали от большого, от сильного ветра вместе с кабелем. То есть, ну, срежут, опять прикрутят и опять дальше продолжает, как будто вот лежит он, я не знаю. Куда только не обращалась Любовь Куприянова и к ресурсоснабжающей организации, и в администрацию Балаковского района, ничего не помогло. Все отказались. Администрация все время брала тайм-аут, что дальше делать. Потом писала отписки. Ну, вроде бы, как бы, одно время даже смету составили на восстановление кабеля. Потому что, вы видите, он даже вон к дому прицеплен таким образом, что, ну, вот никаким стандартам не соответствует. Но Любовь Куприянова не из робкого десятка. Она нашла путь к сердцу кабеля. В конце концов, я просто выбилась из сил, написала президенту. От президента опять в правительство Саратовской области позвонили. Вот. Они мне написали, что это должна делать администрация, восстанавливать. Вот. Но сначала его должны составить, то есть сделать кадастровый паспорт на него, потому что он не числится нигде. Потом администрация должна восстановить и отдать на баланс какой-то организации, которая отвечает за электроэнергию. И правда, война, которая ведется уже несколько лет, могла бы подойти к концу. В августе этого года на ее очередное письмо пришел ответ, мол, в данный момент происходит постановка на государственный кадастровый учет воздушной кабельной линии от ТП-32 до наружной стены дома номер 3 по улице Пролетарской. Более того, к октябрю должен быть оформлен кадастровый паспорт объекта. Но октябрь уж на исходе, а никаким паспортом и тем более новым хозяином кабеля здесь и не пахнет. Кабель так и остается пока что бесхозным.